суп я пропюрировала, вернее, картошку с грибами и с луком, и чуть-чуть чеснок добавляла в зажарку, грибы с луком. И чеснок в конце добавила, лавровый лист кидала, немного поварилась, лавровый лист выкинула, грибы я не солила, только сладила. Сахар, видно было, да, показывала. Вот. Солила и перчила я фарш. Добавляю его сюда. Все, фарш добавлен. Увеличила огонь. Теперь постоит, покипит. Потому что соль в фарше была. Потом я буду пробовать. Еще приперчивать, присаливать, сколько надо. Ну и добавлять сыр. А тут я чеснок уже порубала, еще два зубчика. Это в конце варки. Уже когда выключу, закину. И укроп тоже будет в конце. Вот. Пусть пыхтит фарш, чтобы еще доготовился. Ну, чтобы все это соединилось. Доброго времени суток, дорогие друзья. Здравствуйте, прекрасные люди. Что вы это все за чудачество видели впереди или спереди? Спереди или впереди, в общем, кому как угодно. А вчера у нас произошел разговор с внучей, что же мне приготовить, чтобы покушать ей, потому что у нее очень маленький список того, что она ест. Уже говорила, но еще раз повторюсь, внуча у меня именно с момента прикорма с 6 или с 8 месяцев мы попробовали дать ей толчонку. Картошку. И она ее вот так назад вытащила, и вот так вот вся передернулась. И с того момента, именно с первой пробы, она никогда не ела картошку. Вообще. Потом с возрастом она стала есть картошку фри. Вот эту в Макдональдсе, в Бургер Кинге. Начала есть. Потом постепенно стала пробовать в супе. А так вот блендеровали. Ее мама, моя невестка, она всегда блендеровала. Либо вообще картошку вытаскивала, чтобы она ее не видела. Либо даже варила супчики без картофеля. Сейчас она пробует. Толчонку уже попробовала с молоком. Ну, говорит, поем, но чуть-чуточку и редко. И вот мы вчера с ней поговорили, что суп грибной. Говорит, я поем. Но она любит грибной вкус. Но чтобы и грибов, и картошки не было видно в супе. Сможешь, баба, сделать? Я говорю, смогу, проблендерую. Я тебе сразу правду скажу, они там будут, но ты их видеть и чувствовать не будешь. Ну, на язык, кусочками. Она говорит, ну, если ты так сделаешь, то я буду его есть. Вот, чудачим. В общем, грибы поджарила с луком, как говорила. Потом картошку добавила, с чайника воды залила, поставила, закипятила все это. Ну, проварила с картошкой, с лавровым листом, лавровый лист выкинула, проблендеровала. Теперь добавила фарш, который немножко тоже поджаренный был, с перцем и солью. Теперь это все дело попыхтит у меня. И потом уже все остальное буду добавлять. Вот так спасаемся, как можем. Чтобы ребенок поел. Дочь у меня тоже любит грибной суп, но она картошку ест, но не любит, когда грибы вот кусочками там. А я наоборот люблю. Ну, я это дело последнее. Я не привереда, я и такое поем. Вот. И для дочи тоже будет картошка, правда, она там не найдет. Но она поест. Вот. В общем, готовим. Все, готово. Суп закинула, много не стало. Чесночок тоже перемешала, но все в горячем будет расходиться, настаиваться. Плиту уже выключила. Все, сыр тоже добавлен. Здесь прям сильное ощущение осени. Садики придумали сапожки. Сапожки цветы посадить и повешать. Все притяпало.
За ночью сижу, жду. Скоро звонок будет. Шарфика дело. У нас не холодно. Не холодно. 17-18 градусов. Но есть ветерок. Он-то теплый. Я сегодня утром привезла ночью. Вот он есть, видите. Мой фрезер. Парикмахер, то есть. Ну, тот, который прически делает. Вот. И утром привела без шарфика. И домой пока дошла, мокрая, естественно, все было. Домой дошла, в магазин сходила. И все. Шею прям чувствую, все. Сковывает меня опять тут же. Теперь вот шарфик напялила. С открытой курткой хожу. Всякие прически, какие хочешь. Ветер устраивает. Хочется записать болталку, но не знаю, получится у меня или нет. В ближайшее время наболевшая тема для нас сейчас. Вот, и о ней хочется поговорить. Она общемировая, наверное, эта проблема. Да не, наверное, а так и есть. Вот, ну посмотрим. Как получится, так запишу. Вот. Ладно, больше лялякать не буду. Жду свою ночью. И чапаем домой. Есть. Грибной суп посмотрим, будет, не будет она есть. Ей трудно угодить. Вообще-то запишу, что не только что ей. Мне кажется, сейчас вообще молодежи трудно угодить. Они другие, не такие, как мы. Вот. И не такие даже, как наши, ну вот, например, как мои старшие дети. Вот мне трудно угодить моей дочери. Было уже давно. А внучи еще труднее. Вот как идет генерацион, да? Еще труднее угодить. Но они не едят. Они вот больше, не знаю, даже какую-то именно ту еду, которую мы, ну, нам она... Не, мы тоже ее едим. Но редко. Мы не хотим ее каждый день есть. Ну, я так слышу от знакомых, да. Слышала в Ютубе девчонок, которые смотрят, которые ведут свои каналы. Тоже слышала такое. И слышала недавно, что одна рассказывала, что одна женщина на Ютубе рассказывала. Да, кстати, я не знаю, как мне канал ее предоставился. Ну как, наверное, как-то предоставился Ютубом. Называется, по-моему, Лизаветина. Лизоветино, как деревня или село, типа она назвала. И вот уже несколько видео я ее смотрю, она вязальщица. Проходите, смотрите, кому интересно. И у нее было час с лишним видео, потом два с лишним, а по-моему последнее было три с лишним. Я его три дня смотрела. Ну, потому что в перерывах только удается сейчас смотреть что-то. Ну, больших перерывах, да. Поэтому на три дня растянулась. Но смотрю с удовольствием. И вот там она говорила, что разговаривала с какой-то старой женщиной, которая то ли она профессионально это знает, то ли... Ну, в общем, кто послушает, узнает, что то ли опыт ее жизненный, да, говорит. В общем, что мы, например, не должны есть, увлекаться той пищей, которую едят наши дети. А дети наши, уже привыкшие к своей пище, они не будут есть ту, которую мы ели. И это правильно, она говорит. Вот, у них уже по-другому сформирована пищеварительная система, иммунитет и все остальное прочее. Ну, наверное, так оно и есть. Вот, поэтому через силу, я пробовала на своих детях через силу. Ни к чему хорошему не приводит. Ни к чему хорошему не приводит. Поэтому уж как есть. Ладушки. Мухомор? Ну, наверное. Ну, типа мухомора. Бедненькие. Не, кастанье. Ну и короче. Ну и сегодняшняя закупка. Что я опять приволокла птичка в клювике. Пойдем по этому. Сперва так покажу, пока открыла. Здесь мини-пицца. Это в Бекерайке, то есть в пекарне.
И вот этот круассан, он внутри с шинкин. Забыла, как по-русски будет. Это как типа колбаса, да? Вот. И здесь круассан с нугой и апфельташ, как всегда, треугольничек. Ну, а теперь по ценам побежим. И то, что есть. Виноград опять набрала. Вот два кулька. Вот такой курносый. Именно вот такой темный. Это вот остатки с того, что покупала. Думаю, еще два возьму, пока чуть-чуть по скидке. Вот. Вообще он, по-моему, 5 или даже 6 евро. Сейчас по 3,99 вот за килограмм. И вышло один на 4 евро 6 центов. И второй на 3 евро 81 цент. Вот. Дальше идем еще. А, это вот по булочкам. Это шинкин круассан, который 89 центов. Пицца с салями евро 69. Апфельташ, да, треугольничек с яблоками 89 центов. И круассан с нугой. Вот 99 центов. Так, булочки вот эти вот всегда беру, чтобы довыпекать дома. Сейчас их унесу в холодильник. Это они от этой дешевой фирмы, евро 29. Бельгийские вафли взяла одну. Вот, потому что одну уже съели. Евро, так, 2,79. Яблоки опять взяла. Яблоки хорошо пошли. Вот, тоже Гала. Я их, как всегда, с бумажки вытряхнула. С этой, с их упаковки. И в кульке принесла. Но это Гала, поверьте мне. По евро 99 тоже по скидке сейчас в Реве они идут. В упаковке там их раз, два, три, четыре, восемь штук или 10, или 5 рядов. В общем, по 2 штуки вот так лежат. Так, пельмени взяла с путенфляйш фюллинг. Это с индюшиным наполнителем по 3,49. Оно без скидки. И у кого апка есть, эп, те могут за 2,22 взять. Но у меня эпки Реве нету. Телефон не хочет в себе вмещать столько эпок. Так, это что я взяла? А, это этот. Бак пульвер, то есть разрыхлитель. Расхрытель, как он учак говорит. И ваниль. Ванильный сахар. Он идет, бак пульвер 59 центов. И вот этот ванильный сахар евро 29. Так, и сок вот такой наконец-то появился, он исчез. Именно такой только дочь пьет. Взяла 2 штуки, евро, по евро 99 за каждый. Люксовую туалетную бумагу уже показывать не буду, уже унесла, разложила. И вот таких взяла, хотела выписать опять большие мешки для котов, для своих. Perfect Fit. А тут смотрю, он по скидке в Реве по 2,99. А раньше его такая цена была. А сейчас он стоит 3 с лишним, почти 4 евро. И вот 2 пакета взяла. Ну, а здесь стоит королева. Королева. Ах, королева, за которой я гонялась. Это от этой фирмы. Карлс Эрберхоф. Они сейчас продают. Ну, остатки, да, у них мало осталось клубники. И они продают рано с утра. Начинают. И до скольки у них клубники хватит. Ну, там и варенье, там и еще что-то. Они муссы, по-моему, продают такие. В общем, я ходила уже один раз специально. 2 раза уже ходила специально. Один раз в 10 утра, другой раз в 11 утра. Оба раза они уже были закрыты. Уже все распродали. И сегодня я напала на них. Вот килограмм взяла. Килограмм стоит 9,90. Да, 9,90 за килограмм. Если меньше берешь, то... На евро у тебя дороже выходит, если берешь по полкилограмма. Вот. Так что сегодня будем с клубничкой. Сегодня решила делать лазанью. Добавляю вместо томатной пасты только паприку. Папричная паста. Бешамель соус на глаз сделала. Молоко. Нет, на масле поджарила муку, потом молоко, потом... приправы все, какие вы любите, да, у меня был кардамон, мускатный орех, черный перец
И я сюда добавила плавленый сыр еще. Стоит. А вот это здесь делается тоже. Сахарок, соль, перец, красные перцы. И все разведу еще, посмотрю, если еще надо, еще добавлю этой пасты. Сейчас буду водой разводить. В этот раз вино не буду добавлять. Так я вино добавляю. Сегодня не буду. Все, лазанья в духовке. Ждем. Вызвала. Плохо протерла, протирала, плохо протерла. Ничего, все отмоется. Все отмоется. Вкусно. Сейчас меня покормят. Всем приятного аппетита, кто смотрит и жует в этот момент. Сегодняшняя закупка, понедельник, небольшая, как всегда. Так, по списку пойдем. Рибу я хотела еще один магазин зайти, но потом думаю, не, вот этого мне достаточно донести. Бананы взяла, они по евро 99. На евро 82. Что там у нас бананы пошли в ход. Так, уберу. Хлеб Ано. Вот он. Шинкинки за это. Вот такие круассаны. Я уже показывала их. Они там с колбасой внутри. А сверху сыром посыпаны. Два штуки взяла по 89 центов. Апфельташе, как всегда, сейчас покажу. И шокомаффин. Апфельташе 89 центов. Шокомаффин евро 19. Пока сама ничего не беру. Ой, что там валяется? Ну, апфельташ треугольничек какой-то. Сейчас. Дальше бельгийские вафли, три пачки, вот они стоят, как всегда, по 2,79 за пачку, 8,37 за 3. Блеттертайк, то есть это, скажите, я вам скажу, слоеное тесто, слоеное, правильно, по-моему, сказала по-русски. Два штуки взяла, забыла спрайт взять. Задумка спич, вот именно, что была с яблоком. У меня есть на канале этот рецепт. Очень вкусный, не очень красиво выглядит, но очень вкусный. Ну, спрайт потом вот докуплю. В общем, вот взяла слоеное тесто, оно по 99 центов, я дешевую взяла. Лимонера. Лимонера, это у нас эти груши. Евро 69. Испанские. Там были еще аргентинские. Я думаю, не. Где Испания написана? Вот она. Евро 69. Огурец подорожал. Евро 19. Бротауштрих. Это евро 89. Это бронш. А, вот этот какой-то скур стайл взяла. Все по евро 11 они. И взяла по 2 штуки. Они по скидке сейчас. Ну, думаю, попробуем. Я вообще не любитель этих всех дел. Ну, попробовать по 2 штуки вот взяла. С протеином. Что-то 15 грамм протеинов. Прям магнезиум. И витамин В9. Вот, видали, что? Прям съешь и сразу здоров, как бык. Вот как вот этот человек, который поднимает вверх
гирю, я думаю, тяжелую. Вот. Два взяла с чем? Банан. И одну с бута. Это ореховые, эти земляные орехи. Масло их. И клубника. Клубника. И они от Данон. Вот они. Эти миленько так написано. Угу. Сказала. Зомбир. Мороженое взял. Извиняюсь. Змей Горыныч прорывается. 2,49. Уже в холодильник убрала. И... А, это я жвачки брала. Лимонные. Евро 19. Они у меня в сумочке остались. Ну и зашла. Пока еще есть клубника. Опять нарвалась. Килограмм клубнички купила. От Калос. Эрдберхов. Вот, что-то мне так хочется в последнее время к ним поехать. Я прям не знаю почему, но сильно хочется. Ну, посмотрим, как будет у нас дальше продвигаться дела. Жизнь, может быть, и сгоняем. Извиняюсь за шум, чайник кипит, по-быстрому сниму. Заходила, как всегда, клубнику взяла, Карлс Эрдберхов, и взяла три штуки такого варенья. Здесь они по сколько грамм? Не хожу. А, по 420 грамм. Каждая. За это у меня чека нету. Отдала 20 евро 90 центов. Даже не знаю. Это стоило 9,90. А вот это значит 10, 11. Три баночки. Ну, а дальше по списочку. Здесь килограмм клубники. Так. Ну что ж, ничего себе. Взяла капусту белокочанную за 99 за килограмм. 2,28 она у меня вытянулась. Она вытянулась. А я растянулась, пока дотащила. Премиум респин томатный. Это евро 59. Здесь 650 грамм. Так, Цветкин. Я забыла опять, как они называются по-русски. Потянули они так за килограмм были по евро 99 и вытянули на 878 грамм евро 75. Донутсы с заморозки вытянула это девчонкам сегодня на чай. Они по 2,69. Так, моцарелла. Натертая уже Геребина евро 99. Здесь сколько грамм? 250 грамм. Так, колбаса, это птичья колбаса евро 29. Вот это здесь идет 200 грамм. Дальше. А зашла я за тряпочками. Сейчас и до тряпочек дойдем. Как всегда. Так, ну и вот до тряпочек. А, шмельцкезе. Вот это плавленый сыр. Две баночки. Что-то я потеряла крышку пластмассовую такую с этой баночки. Ну да ладно. Две штуки. Каждая по евро 69. Так, ну и вот тряпочки. Тряпочки 8, по 8 штук. Две пачки взяла. Это у нас они почем? По евро 99. Но не могу я. Я на кухне тряпочками по старинке, по-деревенски. Как мы привыкли, так и работаем. Так, каждую неделю я меняю тряпку. Выкидываю. А бывает и чаще приходится. Так, дальше. Евро 99, да, я сказала, не перепутала с этим. Взяла вафли лимонные, две пачки по 79 центов. Такие вот. Здесь лимонные взяла. Ну, курица. Ванильные взяла. Ну, ты скажи, ты куда смотрела? Даже глазья у тебя где были? Повыпучивались куда? Они безлактозные, веганские.
ванильные. То, что я терпеть не могу. Ну, значит, для внучи будет, если она такие ест. Вот баран. По 79 центов. Там были лимонные и с орехом еще. Ну, в смысле, ореховая начинка, да? Такая крем, как крем. И вот такой бак форм взяла для выпечки. Квадратный в этот раз. Уже увидела. 6,99. Вытянутую не стала брать. Там и вытянутая была. Но я такую взяла. Теперь так попечем. Ну, все. Моя закупочка. Не заждачит. Сегодня резко похолодало и дождь пошел. Я пришла за внучей, сижу и смотрю, у меня зонтик дышит.